В Тверской области стартовал международный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Он посвящен основателю первого великорусского оркестра Василию Васильевичу Андрееву. 13 октября в киноконцертном зале «Панорама» состоялось его торжественное открытие. «Андреевские дни» – один из ярчайших музыкальных фестивалей Верхневолжья. Он является уникальным явлением культурной жизни области, охватывающим множество слушателей разных поколений. Это бренд Тверской области, который объединяет талантливых исполнителей и композиторов, музыкантов и ценителей народно-инструментальной музыки. Фестиваль в этом году продлится 3 дня и пройдет в Твери, Кимрах и Бежецке. Фестиваль проходит уже 5-й раз. Этот фестиваль очень значимое событие не только для Тверского края, но и для всей России. Сегодня у нас на открытии выступает великолепный, просто потрясающий октет «Витебские виртуозы». Это единственный в мире октет. Выступает солист из Казахстана, выступает великолепный балалаечник Ю Сяо из Китая. Вообще удивительно, как такой молодой, интересный человек, который увлекся исполнительством на балалайке, и в планах он для себя определил развитие этого направления, развитие нашего русского инструментального искусства у себя на родине, в Китайской Республике.